«Стройбетон» производит все марки товарного бетона и строго по ГОСТу. Ильинская слободка, 42. И снова о строительстве. Окраина города застраивается прямо на глазах. Месяц назад новый микрорайон с символическим названием «Новый Клин» официально введен в эксплуатацию. Первый его дом уже сдан, а новоселам раздают ключи. О том, как переезжают и заселяются, расскажем в репортаже. Улица Старая, район Новый. Адрес прописки семьи Загрядских – Новый Клин, улица Чайковского, 103. Дом на окраине города у трассы Москва-Питер. Мне очень приятно вручать вам ключи. Замечательный действительно объект. Объект, который полностью рабочий, с инфраструктурой, с водой, с теплом. И что характерно, на сегодняшний день, хочу сказать, что это первый объект вообще в городе, который, ну, вот мелочь, казалось бы, который сдается с рабочим механизмом лифта. Символические ключи вручены. Можно заглянуть в новенькую квартиру. Загрядские к переезду готовились основательно. Сменили Солнечногорск на Клин. Новое жилье подбирали с пристрастием. Ездили мы все стройки здесь, посмотрели. Качество строительства совершенно другое, чем здесь. Во-первых, здесь стены сделаны полностью из кирпича. Только плюсы и ни одного минуса. Об этом говорят сами жильцы нового дома. И даже близость Ленинградки никого из покупателей новых квартир не смущает. А вы ее слышите сейчас? Нет. Ну вот, ее не слышно. Здесь вполне комфортно. Вот сейчас открыты окна. Даже стройку и то еле-еле. Если окна закрыты, то практически шума не слышно. Вот. И в нашей квартире окна выходят на три стороны. Поэтому особо мы по этому поводу не переживали. В квартирах газ, вода, свет. Обычно современные застройщики проводят коммуникации только до лестничной клетки. Новый Клин в этом отношении выгодно отличается от других. Удобство в квартире, индивидуальные приборы учета на лестничной клетке и развитая инфраструктура во дворе. На Чайковского 103 уже установили детскую площадку, сделали хороший подъезд к дому и большую автостоянку. Собственно, из-за прокладки дороги и произошла небольшая задержка со сдачей дома. Пришлось устранять эти замечания, это связано и с асфальтированием дороги, то есть это связано с дополнительными пожарными гидрантами, то, что у нас отвечает за технику безопасности, в том числе пожарную безопасность. Вот. Мы сделали ряд выводов для себя и со следующими объектами, ну, будем, наверное, еще ускоряться, чтобы прям вовремя сдавать. Второй дом готов на 70%. Срок окончания его строительства – конец 2016-го. Потом 3 месяца на передачу ключей. Кстати, именно во втором доме долгожданные квартиры получат обманутые дольщики Акуловской слободы и переселенцы из ветхого фонда. Марина Анциферова, Александр Сидей, Наталья Красавина. Новости дня.